Приветствую, друзья. Сегодня у меня в работе такая вот доска. Древесина, это называется ичо. Первый раз с ней работаю, такая относительно мягкая. У этого дерева такие плоды, похожи на желтую черешню, но чуть покрупнее и косточка больше. Когда они поспевают и опадают на землю, если, не дай бог, на них наступить, то пахнет как пеленки малыша, после того, как он все туда сделал, все свои дела. Очень вонючая сама древесина. Почти ничем не пахнет. Вот, сейчас я буду делать здесь вставки, потому что есть дефекты. Вставки буду делать из зельковы, потому что просто бабочки у нас уже были готовы из зельковы. Сейчас модно геометрические формы, поэтому я не буду морочиться, просто сделаю немного геометрии здесь. Вчера не удержался, опять купил себе набор стамесок. Ничего не могу с собой поделать. Люблю инструмент ручной. Благо весь электроинструмент в мастерской уже есть давно, поэтому... Единственное, пожалуй, к чему из японского инструмента у меня нет страсти, так это к пилам. Я не знаю почему.
Возможно, потому что я не могу как бы их в полной мере обслуживать. Заточка, пил, развод зубов. Для меня это слишком сложно. Эту технику, когда срезается по чуть-чуть, я не знаю, возможно, это вполне себе такое обычное дело, но я-то как бы не учился нигде, поэтому не знаю. Я почерпнул на первых порах из таких небольших видеоуроков на Ютубе. Один мастер такой есть, Майк Пекович его звать. Уверен, многие знают. Он рассказывал, как делать идеально четкие, ровные вставочки, соединения. Он делает замечательные всякие ласточки на хвосты, шипы и прочие вот эти вот штучки. В японской тематике работает, как бы, мне это, в принципе, не важно. Я просто хотел понять, как же он делает так все четко, аккуратно. Вот он говорит, что главное это срезать по чуть-чуть, тогда все будет аккуратно. Да, еще иногда я видел, как японские мастера тоже, кто вот такой фигней занимается, как я сейчас делаю, они вот эти стенки подрезают, подкладывая вот такой блочок. Ну, какой вот такой, ну, любой какой-то блочок, у которого прямая грань и перпендикулярное основание. Вот так, и по нему как бы работают, вот так. Вот так его подкладывают и как бы по нему, как по этому самому, так срезают. Но это классный способ, но все-таки я предпочитаю, если, ну, не совсем какая-то сложная ситуация, все-таки делать руками. Потому что многие ветераны все-таки говорят, что если вы с самого начала все перекладываете на инструмент, на, ну, то есть не на свои руки, а что-то, да, где-то какие-то джиги, приспособы, то у вас просто со временем пропадает вообще. Ну, не то, что пропадает, а не нарабатывается. Чуть, ну, как вот это вот, да? То, что по-японски называется канкаку. Чутье, да, вот это вот. Перпендикулярно вы стамеску ставите или под углом она у вас. А если вы практикуетесь, то, соответственно, такой навык нарабатывается. А вообще, конечно, без разницы, как делать, руками, там, не руками, фрезером, не фрезером. Главное, чтобы красиво сделано было. Аккуратно. Я вот сегодня тоже... Можно было, в принципе, достать фрезерный стол, плоскость вывести на фрезере, я бы закончил. Давно уже пришлось руками строгать, потому что просто сейчас полно материала, ну, заготовок, в смысле, в мастерской, и просто доставать этот фрезерный стол было долго. Поэтому пришлось руками повозиться. А так-то, конечно. Если крайней необходимости в этом нет, то зачем заниматься, время тратить? Стол будет использоваться на улице, поэтому финиш будет маслом. Хочу скорее на Мазду посмотреть, какой будет цвет. Уверен, что красивый. Я всегда снимаю небольшую фасочку, прям, ну, совсем такую маленькую, на нижней грани. И когда размечаю ножом, чтобы не сдвигать заготовку, я как бы чуть под углом делаю лезвие ножа. И получается, что у меня, ну, размер этой, да, отверстия получается прям такой же, как вставки. То есть если без фаски размечать, то толщина лезвия, она прибавится к этой, и получится, ну, как бы,
может получиться, что немножко она будет болтаться здесь. Вот, а если снять фаску и ножом немножко под углом размечать, то все четко получается. Давно хочу себе заиметь такую вот штуку, только у которой вот эта часть, которая выдвигается, такая, ну как тоненькая такая, да, чтобы в таких в узких местах можно было тоже смотреть. В общем-то, такая необходимость. Раз в год бывает. Даже один раз думал вот у этого угольника просто взять здесь отрез вот так. Может, так и поступлю. Всегда самый волнующий для меня момент — это именно вклеивать эти штуки. Потому что вроде как бы, ну, все должно быть правильно, но... как бы хоть такой трюк с твердыми породами и не шибко проходит, но я все равно немножко постучу. По-японски это называется кигуроши. Процедура для того, чтобы сплющить немножко дерево, чтобы оно легче вошло. Потом со временем оно обратно вернется. Ну вот, кажется, мы на месте. Подожду, ну, с полчасика хотя бы. Я отстрогаю на часовую. Наделал целую гору стружки, но, в общем, ничего так вроде получилось. Завтра еще торцы обстрогаю и маслицем помажем, и покажу еще раз в законченном виде, так сказать. В общем, если понравилось, сами знаете, что делать. Увидимся в следующем видео.